Всем привет, вы на канале Tempo of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть Last of Us, часть первая, одни из нас, по-русски называется игра. Раздобыли машину, он говорит нам в прошлой серии сказал, можешь поискать что-нибудь в доме, точно. Пойдем посмотрим, что здесь вообще есть в этом домишке. Ну, мне кажется, тут уже ничего и нет, я уж тут все залутал. Дай знать, когда будешь готов. Да, сейчас. Сейчас, погоди, тут немножко он небольшой. Вот, запчастюльки допустил. Патрончики, запчастюльки. И записончик. Вообще, Билл, ты вряд ли найдешь эту записку, слишком труслив, чтобы выбраться отсюда. Но если ты все-таки нашел, знай, я тебя ненавидел. Вот так вот называется. Фрэнк, дружбан его. А нам сэр скажет об этом? Нет. Он был такой вот негодяй. Аккумулятор стырил. Причем давно он сдох. Что-то расскажешь ему. Билл, я нашел записку. Ты бы прочел. Вот значит как. Угу, да, мудак он. С тобой, Фрэнк. Придурок. Ну идем? Да, ща. Заточки три. Огонь нам годится. Дубиночку улучшим. Ножниц не хватает. Ты ее спрячь, пожалуйста. Перезаряди-ка. Что ты нам хочешь сказать? Ты справишься? Да легко. Легко. А ты молодец. Имей в виду. Я не подведу. Ладно. Ну чё, давай тогда выталкиваем. Билл, навалились. Навалились, он ещё ворот не открыл. Пусть она сядет. Так она сидит уже, ты чё, слепой? Я уже сижу. Да точнее. Просто поставь ногу на сцепление. И когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Элли, готовься. Давай, жми, выжимай. Давай, толкай. Там с горочки вот как раз. А сможет ли она затормозить-то? Догнать мы ее не догоним. Осторожно, там еще. Дерьмо. Сволочь ты такой. Вот. Сдохни. Сука, сдохни. Какого хрена на три удара дробовика потратил патронов на эту падлу? Хотите быстрее? Да, не получается. Если доберемся до склона, просто с горки пусть бьет. Прямо за домом, справа. Пораженные. Времени в обрез. Навалились. Так вот будет проще всего. Сейчас, подожди. Больше патронов нету? Нету. Ну еще, наверное, разочек. Блин, дробовик вижу. Дробовик. Теперь с другой стороны, слева. Слева по курсу.
Это были последние патроны. Ты толкай, толкай, молодец. Хорошо толкаешь. Он не стал. Почему? Темнеет. Все, Элли, заводи! Бежим! Слышишь звук, Билл? Это значит, что зараженные тоже эту... Жми, жми, жми! Он даже нас как-то скорость включить. Прикольно. Поняли. Все, хорош! Стоп! Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. О, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Что еще валялось? Стырило. Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Хоть кантри-то. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шума. Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Питтсбург. А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Не устала, но заснула. Нет, только не это. Тупик. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Теперь объезд. Вот они. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Oh,
какие-то сволочи. Придется их убить. В порядке. Мудаков этих по-любому. Иди сюда. Отцепись, недоносок. Давай его. Готовщина. Я тебе покажу. Я тебе покажу, давай его, головой его. Молодчина. Вот ублюдок. Давай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи! Мне патронов мало. Один есть. Так, заходит там. Готов. Еще один готов. Три. Где? Шмяк. Ну, у меня только дробовик остался. Слева! Дохни. Подлечимся. Так, это последний. Надеюсь. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь и повинуюсь, надо говорить. Чего у них ничего нету из патронов-то? Должен быть способ получше. Чё это? Где? Я что-то нашел тут, видел. Ни черта. Ну тут вот что-то можно открыть, какой-то гаражик. А, патрон-то нет места. А что, 6 патронов только? Вот так вот. Ты ж... Слушай, может, пройдем здесь? Сейчас, подожди, пройдем везде. Обратно мы не пойдем.
У меня вопрос, как они сюда заехали? А, автобусом они перегородили путь. Все ясно. Так, гараж пошли откроем, где там был. Давай. А, бежать нужно. Ладно, лезь. А, поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу. Чтоб не громко опускать. Не услышали зомбачки. Смотри. Людоеды, что ли, они? Это что? А, дымовая бомба. Может и пригодится, может и нет. Охотники. На их месте могли быть мы. Людоеды. Надо же. Сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Короче, они вещи, что с них что собирали. Текс. Вот это мы сделаем обязательно. 5 у нас всего лишь навыков. Да твою дивизию! Какого хрена он переключает всегда на вот эту вот херобору? Потратил только впустую. Малейшее нажатие на клавишу. Вот чем косяк, вот реально клавиатуры механической. Ты чуть нажал, он тут же сработало. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит... Ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Так, посмотрим, что здесь. Похоже, здесь эти козлы спят. Спали. То есть спали? Да. Это у нас как наложение шин, в общем. Все ясно. Ну вот, улучшается. Эффективность аптечек повышается на 33%. Неплохо. Неплохо. Стреляй без предупреждения. Положим, что стреляю дважды. Так, а здесь что такое? Это карта. Бусрам. А, автобус. Это вот нам преградили путь. Карс какой-то. Ну-ка. Карта охотничьих засад. 3 у них засады, в общем. Лук у меня полный. А что, хорошее место. Давай посмотрим, что у нас есть. А у нас пассатиш нет нифига. Одни только. О, давай, сделаешь, нет? Не хватает нам расходничков. Ну, окей. Дробовик, скорость. Емкость может попробовать увеличить.
Перезарядка, бронебойность, урон, кратность, емкость. 4 пассатиш нужен. Ну, блин, вот оптический прицел только. Перезарядка. Нет, не стоит того, перезарядка. Перезарядка, дальность. Перезарядка, дробовик быстрее перезаряжает. Отлично. Лук, посмотреть, что у него может сделать. Скорость натяжения, перезарядка, увеличение дистанции. Просто протер. Все, увеличил дистанцию. Все, не хватает. То, что надо. Восемь стрел. Неужели здесь нету еще запчастей, пассатиш? Чего-то они тут сжигали. Фух, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Зараженных сжигали. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. Беспокоиться. И не шуми. Ладно. Беспокоиться за нее. Научилась? Я могу свистеть. Ну вот. Теперь будешь меня доставать. Свистом. О, журнальчики нашел. Почитать и журнал точно отдать. Вы умрете раньше нас. Произошло. Это твои друзья-охотники? Мило. Нет, я думаю, что это солдаты. Зачем убивать людей? Всем не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Убить нескольких, чтобы спасти многих. Это отстой. Ну, выживать да. Сильнейший, как говорится. Так, подожди. Лук, 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 лук. А чем журнал ей не отдал-то? Что это? Не знаю. Или пригнись. Стрелять вообще умеешь? Прячемся! Все пули в молоко всадил. Лучше в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Убил одного. Это что за хрень? Блин, промазал. Готовченьки. Чё за бутылка? Просто пустая.
Да, лук прикольный. Терпеть пусть лежит. Годится. Что ты нашла? Ничего себе, я в него как попал. Красиво. Сейчас что-то тут будет. А мост ведь далеко. Дойдем. О, странно выглядит КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Еще запчастюльки. Отлично. Отдавайте паёк. О, напильничек. Второго уровня. Ну, хорошо. Это что у нас? Блокнотик чей-то нашли мы. На ком это непонятно. Продажные. Что у вас тут интересно есть еще? Вы умрете раньше нас. Опять это мы слышали уже. Ржавая. Слышу охотников. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Я устал. Ясно. Всю ночь гонялись за этим туристом. Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна день. О, нет! В ногу. Вот здесь! Блин, я не знаю, что они тут были. У него пушка. Тебе хана! Тебе хана. Я просто не думал, что они с той стороны будут, блин, засранцы. Ну, пока что здесь посмотрим, есть что, нету. Меня потеряли. Там какой-то плакатик я вижу. Замен предлагают мне. Можно залезть наверх и сверху стрелять. Готов. Нету больше что ли никого? А тут, кстати, новые стрелы я смотрю. Жетончик нашел. Ё-моё, то есть.
Мне кажется, там кто-то еще ходил вот там. Где он? Готов. Нету. Ну, вроде не видать никого больше. Джоэл, гляди! Черт! Вон он где! Снежный! Береги! Ух ты! Давай, я прикрою! Сволочь ты такая! Потратил. Эли, беги! Плакатик какой-то. Сколько у вас там засранцев? Добился. Он умеет. Он здесь! В палатке! В какой палатке? Выходи. Не упусти! Сволочь. Стоял, вылез. Нида, вылази. Ё-моё! Сколько вас тут, ё-моё? Еще не кончились. Труба мне она не нужна. Блин, это ты. Чё так пугаешь?
Пойдем сверху посмотрим. Косой. Кто? Дернулся в тот момент, когда я прицелился. Пошли вниз, посмотрим, что там еще внизу. Они все обыскали. Тут ни шиша. Здесь есть, видишь его? А, здесь есть. Тут там где-то я стрелы пропустил. Здесь я. Вылезай, трус. Наверху будет лазить, что ли? Где-то там узорался, сходился. Где прячешься, козёл? Нет, два провода подходит. Видишь его? Его здесь нет! Чувак, я вот он. На-ка тебе. Получил, ублюдок. Еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить.
Не понял? Дик Звездный Свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. 7 патронов, все. Ух ты! Чё там? Сколько тут книг! Жалко, что у меня так мало места в рюкзаке. Значит, ты любишь читать. Когда я не удираю от зараженных и охотников, все время читаю. Молодец. Девчонка-то молодец, наверное, читает книги. Чего тут еще есть интересного? Я уж тут все обыскал вообще. Бутылка. А что закрыто-то? Карта очередная. Нормально зашел так. Разжился хламом. Надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Что это? Анекдоты. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. Люди читают запоем, так они и спиваются. Запоем. Понял. Первую голову надо поесть, сказала чудовище. Ну вот, есть захотелось. Прозаик пишет про животных. Сама-то поняла? Что за чушь? Кошка боялась пылесоса, а потом втянулась. Никогда не слышал. Ладно, нашутилась. Так, ну собрал все, что можно. Патрон дробовика. В общем, сюда идем. Ну, вроде правильно. Посмотрим, куда он ведет. Не знаю, чисто случайно понял, что туда идти. Никуда он не ведет. Туда он не залезет. А, так можно просто было перепрыгнуть. Ясно. Ну, значит, сюда. Лежи, лежи, лежи. Опять они. Опять. Сейчас у нас там, по-моему, был этот лук. Лук. Ничего. Вроде нас не видели. Сколько у нас стрел-то? Вот и наш мост. Мы приближаемся. Она как раз кащик. Будем терять время. Как раз кащик говорит. Все, подобрал. Какая же она худая. Кто? Ты о чем? Про манекен. Так, где какой-то болотце, я так понял. Нужно будет ее переправить на ту сторону. Нет, я не допрыгну.
Рыба тут плавает даже, ничего себе. А, вот. Это еще что? Опасное место. Я сейчас мы еле будем переправлять на ту сторону. Плавать учись. Пригодится. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Клади доску, как они. И зачем? Что это нам даст вообще? Готово. Остается придумать, как залезть тебе. Да вон, там что-то есть в машине, можно проплыть. Залезть, посмотреть. И ты на свече, я думаю, кто там? Можно еще... А, нет, нельзя. Угу. Набираем хлам. Батят. Красным крестом. Тайник, в общем, какой-то с красным крестом. Ну, попробуем найти. Ты что творишь-то? Фу, ну и вонище. Ну да, вот. А, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да, нередко. И что ты заказывал? Просто... Поесть. Просто кофе. Кофе. Сейчас спрошу, что такое кофе? Нет? Не хватает. Ну, хотя бы так. С 1976 года кафе. Давай. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Да, узнаем сейчас. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. В отеле жил, конечно, здесь. Какой-то сейф. Угу, а я не знаю его код. Где-то должен найти код от сейфа. Как бы туда залезть? Да как бы мне сейф открыть, а не залезть? Лестница, можно по ней залезть. Толь. Так, это у нас... Давненько я не пил кофе. Точно. А чё я не могу сделать себе ничего?
Ну давай сделаем аптечечку. Теперь могу взять вот этот алкоголь. Залезь наверх. Тут ничего нет. В общем, надо лестницу нести туда. Хотя туда не смогу ее отнести никуда. Нет, там, по-моему, не перелезу нигде. Ну, только сюда. Я уж думал, скажет, не хватает. А тут можно пройти. Тут нет кода. 22-10-56. Отлично. 22-10-56. Сейчас мы откроем. Два, десять, 56. Чё так перекручиваешь-то, блин? Нормально. Навык новый, чё-то там с ножиком связан. Повышение надежности ножей. Отлично. Зачем ты ее взял-то, ё-моё? Да положи. А по-моему, самое время для шутки. Шутница, блин, однако. Ну давай свою шутку расскажи. Теперь закрой рот и скажи, где ты был. Знаешь, кто не прав? Смотри под ноги. Тот, кто лев. Не прав тот, кто лев. Молчи. Этот стакан отвлек, я думаю, что блестит такой, не пойму. Что блестит? Себе.
Ждем. Ищите же. Иди. Твою мать. Кто следующий? Убитый! У нас потери! Ищем дальше. Готовченко, у меня кончились стрелы. Получить можно. Блин, ты видел? Да, видел. Последний. Я тут. Я тут. Так, стрела сломана, это плохо. Жизни половина. Бутылка, ничего интересного. Батончик последний. Ничего. Ну, возьми вот это. Семь патронов, а там 11. Воды нету, вернее, вода. Батончик. Нормально. Еще один батончик.
куда? А, наверх. Симулятор бомжа. Хожу, подбираю мусор. Там где-то один ходит, да, сранец. А у меня есть? Нету. Лука у меня нету. Вопрос, это зомбарь или человек там ходит? Что такое жирный-то? Зачем нам аптечка? А, пожалуйста, пистолет. Вот этот не четверочку, нормально. Так, а тут я взял... Ой. Дробовик. 10 патронов. Откуда этот ублюдок прибежал? Тут я пришел-то на 3 патрона. Получше его схватить. Патрон на него не тратить, чтоб. Патронов нет. Вот наверх. Тут я не был еще.
посмотрим, что там. Научился. Этого научился Билли. Билла. Закрывать. Тут узковато, но пролезем. Ладно. Сейчас он спрыгнет на лифт, и он вниз поедет. Да? Нет? Ну чё? Стоит, смотрит наверх такая. Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед. Вперед. Ну, хотя бы в воду упал. Все нормально. А ты в порядке? Ты оставайся там, а я поднимусь. Только не поднимай. Как получится. Постараюсь. Тутник. Итак, куда дальше? Куда дальше? Кажется, туда я не заглядывал. Что вы так пугаете? Там вниз можно проплыть. Но сначала надо посмотреть, что там есть. Может, что интересное надо. А здесь он не хочет что-нибудь делать, мастерить. То есть он понимает, что он здесь не намет. То есть намет стол будет. Я куда-то проплыл. Может, за тем проходом? Может, а может и нет. Тупик. А здесь? Все завалено, закрыто. Как бы обойти эти ворота? Ну-ка, здесь ты можешь что-нибудь делать? Может, только у меня все битком. Угу. Только единственное, вот может быть здесь максимум здоровья, дальность слуха, скорость изготовления, заточки, мастер. Будем копить на заточки. Чё, все, я тут приплыл. Да, я тут приплыл. Ну, остается только вот тут, как тут с этим вот. Нет. Или нет, я тут не был. Нет, точно не был. Значит, я пошел правильно, в общем.
долбаные споры. Значит, где-то здесь сейчас будет кто-то. Твою мать! Крысы. Вот они убегут там. Ну, хотя бы так. Так, какие у нас там есть? О, вот этот есть. Генератор. Поехали. Откуда ты взялся, олень? Ненавижу эту хрень. Олень. Куда идти? Куда провода? Куда ты? Какая нахрен починка? Ни шиша. Все, он нахрен потратил на этих засранцев. Ух ты, вот это тут гнездо у него. Нормально. Что я могу сделать-то? Вот это раз, два, все. Вот это возьмем. Куда я прошел, получается? Тут здесь крысы где-то бежали. Нет. А, ну я обратно вернулся, получается. Где я генератор запускал? Три. Тут что? Ну нет, явно нам туда вот дверь где бы. Совет. Зачем мне ваш совет? Я знаю, куда идти без вашего совета. Вот тут вот. Давай.
Нужен пропуск. Так пропуска я здесь не нахожу. Где бы взять пропуск? Пешник. Слушай, и чё совет какой? Да я уж понял, что пропуск найти, а где я должен найти? Я что, там бы искал много чего. Вот тут может быть. Вот он. Джек Селивинский. Так, это получается по кругу прошли. Найти осталось Элли. Ну вот и все. Главное Элли. Так, мне нужно... Погоди, нет, нужно семерочку. Жизнь восполнить. Да. Все. Нормально. Вау. Нормально. Так, что это тут? Пусто, как всегда. О, верстачок. Так, вот хорошее место. Давай попробуем что-нибудь улучшить. Это у меня... Вот переключение оружия, а то неудобно, блин.
О, все, теперь будет проще переключать оружие. Жалко, рюкзак еще нельзя увеличить емкость. Побольше таскать. Все, у меня нет больше запчастей. Очень даже неплохо. Так, лук 3. Снайперка. Дробовик. Лук. Ну, значит, нам туда. Качай его! Ага. Готово! Супер. Тебя не покусали? Нет, пока. А тебя? В голову. Прям в голову его. Куда ты выстрелил? Ладно, вперед! Эх, косой. Ладно, вперед! Прикрой меня! Пришлось их потратить на прилепку, они меня зажали. Стрела цела? Цела, отлично. Так, это у меня что за патроны? Неужели, неужели на снайперку? Блин, надо было снайперки бить. Я их тут по-тихому. Не получилось. Прибил. Их трое тут было всего лишь. Так, нету, нужна какая-нибудь жидкость. Спирт для изготовления. Нет ничего. Наверх только. А там куда я могу залезть? Туда нет. Туда нет, только сюда. Откуда ты взялся?
Да хватай ты же пистолет, давай. Кто это? Элли. Молодец. Фух. Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Спасибо, даже не сказал. Идем.